Работа кипит с самого утра. Сотрудники Рязань-Автодора устанавливают в поселке Солочи ограждения. Они сделаны для пешеходов около площади Монастырской. Разделители займут 25 метров с обеих сторон. Помимо этого переносят знаки, ограничивающие скорость. Если раньше 20 км в час нужно было ехать всего 3 метра на протяжении пешеходного перехода, то теперь ограничение в скорости действует на всей площади до следующего перехода. Напомним, что знаки появились после недавней трагедии. 28 сентября 2019 года на Монастырской площади произошло дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на пешехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. После данного случая местные жители обратились к собственнику автодороги с просьбой установить знаки, ограничивающие скорость движения на данном участке автодороги. Также напомним, что на всей территории поселка появились знаки 40 км в час. Водители и пешеходы отнеслись к нововведению по-разному. Когда меня подвозят, все, конечно, ругаются, недовольны. Ой, здесь знак 40, и здесь 20. Это лучше пешком дойти. Пешеходы, что, конечно, нужно ограничение, чтобы дорогу перейти спокойно. Наверное, те, кто едут, им сложнее. А те, кто ходят, еще 82 года, например, да, так это просто замечательно. Мы аккуратные водители, ездим очень медленно и по правилам. Нормально добрались. Стоит отметить, что до конца недели на площади Монастырской появится и лежачий полицейский. Знаки, предупреждающие о нем, уже монтируют. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».